Вы сказали 2 метра за остановку, вы что, в кустах живете? Ребят, а перед началом выпуска я вам хочу порекомендовать крутой сервис, на котором вы сможете очень хорошо заработать. Кстати, я вам уже его рекламирую не первый раз, и многие из вас уже на нем начали хорошо зарабатывать. Ну а те, кто не в курсе, что здесь происходит, то слушайте очень внимательно. Самый кайф в том, то, что всю работу делают за вас. А вам нужно только перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться там, выбрать сумму, какую хотите внести, подождать определенное количество времени и вывести оттуда уже в разы больше. Кстати, когда начинал лично я вносил по 500 рублей. Так что, ребят, пробуйте. Ребята работают уже давно, очень надежно, выплаты делают вовремя. И, кстати, вы можете зайти на их сайт и убедиться в том, то, что у них есть сертификат подлинности, что доказывает то, что все честно и все надежно. Так что, ребят, не упускайте свою возможность, переходите по ссылке и начинайте зарабатывать. Ну а мы начинаем наш новый выпуск. Погнали! Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы такси заказывали, да? Да, я сейчас. Ну я вот подъехал. Секунду. Через сколько? 2 секунды. Ну все, я в общем это тут стою напротив вот этого вот здания, белая машина. Ага. Там все указано, да, у вас? Все, сейчас буду. Ага, все, да, давайте, до встречи. Что, все, сейчас, короче, начинается. Погнали, ребятки. Бля, волнуюсь. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Вы, да, такси заказывали? Да. Все, едем? Да, поехали. Так. Ну что, ведь что надо, нет? Ну вообще, да, надо, конечно, обязательно. Давай, давай, погнали. Куда погнали? Это кто? Вы вдвоем? Нет. Нет. Я только что вызвал такси. Я вызвал такси, у меня в приложении пришло оповещение Audi. Вот Хон, 235. Вот. Ну, если кто, вы знакомы, что ли? Че, разыгрываете? Че, за как у меня? Вот. Я вызывал такси, мальчик. Ты что, перепутал, что ли? Не-не-не, давай, все. Может, я поеду? Сейчас ты поедешь, блядь. Я поеду. Вы заказывали такси? Я такси покажите заказывал. Приложение. Вы же мне звонили, правильно? Не, ну по голосу вот вроде он похож. Я с ним как будто разговаривал. У вас что-то голос по мне очень похож. Вот, у меня пропущено, посмотри, ты мне звонил. Твой номер? Не мой. Все, дурак, блядь, вот 37 секунд. Чего вы так разговариваете-то? Ну потому что ты мне звонил. Это не мой номер. Ну я сейчас позвоню тебе тогда. Ну позвоните, это не мой номер. А, там 141 на конце? Нет. 6. А. 141. А, да, это мой. Я сейчас не увидел, я думал, мне тут на другой показываете. А ну, вы тогда. Меня кто? Тоже вызвал. Ну все, значит, это вы решаете, кто из вас выходит, типа я только одного могу повезти. Давай ты я туда еду. Я вызвал, ну, мне звонили. Мне срочно ехать уже. Мне похуй, я ехал, я заказывал. Вызывайся такси, другое тогда. Ну, ебет твое горе. Давай ты вызовешь мне. Слышь, блядь, я заказывал такси, я сейчас поеду. Что, не понял? Ну что, может, я вас тогда двоих отвезу, если что там? Меня первым, мне надо по делам. Я первый вызвал, значит, я еду. Да, мы все, едем, нормально. А он, если что, ты вы согласны, я вас потом тогда отвезу? Да, давай, поехали, все. Нормально. Вас туда его везти, куда вы указывали? Да. Или в другое место? Ну, по карте там. А вот это ваш номер? Да, мой. Стой, мой. Да, мой. 79-10 мой. Я тогда запишу. Зачем? Ну, потом еще поболтаем. Ты вот. Что, дурак, что ли? Ты мне будешь звонить, блядь. Все, едем? Да. Больше никого не будете брать? Я один как бы ехал, я не знаю, вот это что за пассажир. Так если мы... с тем условием, то, что вы меня отвозите, то тогда меня первого, а его второго. Все. Давай это побыстрее, а то мне тоже это. Давай ты не будешь здесь указывать, куда побыстрее, куда чего. Нах ты кругами катаешься. Да я, блядь, да, что ты к ним придираешься? Разворачивать все не видишь? Не, просто машину хочу 3 раза объехать, чтобы на удачу. Ты что, ебанутый? Ты прикалываешься? Не, правда, это на удачу говорят. Типа 3 раза нужно объехать, чтобы удача была, чтобы хорошо мы доехали. А то уже какая-то поездка у нас началась, вы как-то странно поругались, типа вот. Так потому что я такси вызывал первый, вы должны были ко мне приехать, а никакого человека еще брать. Голова уже кружится. Смотри, объехали. Может, поедем?
Я сейчас, блядь, другой просто вызову такси и все. Ну все, давайте поехали. Вот последний круг сделаю, все это чисто. Ёбнешь. Ладно, поехали тогда туда. Нет, туда, наверное. Куда? Туда. Туда? Ну там показывает туда. Ну я поаккуратнее, можно? Или настолько сильно? Я просто еще не научился на ней ездить. Да аккуратненько, блядь. Вы че, с ума сошли, что ли? Ребят, все, так можно быстро, если что, в магазин заеду? Зачем? Мне там нужно кое-что купить. Да я тороплюсь, какой магазин? Так все равно сначала человек или вас... Как, меня! Как, кого сначала? Меня! Чего вы кричите? Я не кричу, потому что изначально сказал, что я еду первый. Я что, блядь, по несколько раз буду повторять? Образованный человек говорит, торопится. Ну, мне что, какая разница, блядь, торопится, торопится. Можем выйти, нахуй, вон, пусть выйдет, едет вон на этом, блядь, на другом такси. Вы будете выходить? Не-не-не, я еду. Правда, нет, в другую сторону, может, это сначала меня, нет? Ну вот это вы с ним вот, разговариваете, может, я не знаю, разрешат вам. Да, может, выйдешь, нет? Сейчас, может, вдвоем выйдем, раз на раз. Не-не-не. Типа мы вдвоем на него? Ну, типа вдвоем говорить, на него выйдем. Что, Иванов, я сказал раз на раз. Ну, типа вдвоем выйдем. Раз на раз, я и он. Не, вы сказали два на раз. Нет, ты, по-моему, тоже, блядь, дурачок какой-то. Я сказал один на один. Не говорили один на один. Он пусть будет вашим. Смотрите, кстати, какой его Заки. Классно. Места почти нет для головы. Может, просто сидушку надо опустить, нет? Мне кажется. Сидушку ни в коем случае нельзя опускать. Блядь, пиздец. И что мы делаем? Так. Что так? Можем поедем, да? Не, я просто на нее смотрю. На кого? На воду. Какую воду, блядь? Да вон лужа сидит. Блядь, мне надо на указанный адрес ехать. Поехали. Да, я просто телефон убрал и забыл, что я искал. Сейчас посмотрю, куда ехать. Вот это Воробьёва, да? Чего? Воробьёва вот это. Какие Воробьёва? Красная Дубрава, деревня Красная Дубрава. А. Это ваш, значит, адрес? Нет. Воробьёва. Мой адрес. Не, Воробьёва. А, Воробьёва нет. Ну вот это ваш Красная Дубрава? Не, мой Красная, моя Красная Дубрава адрес. Воробьёва. Красная Дубрава? А, ваш Красная Дубрава, я понял, что-то я... Красная Дубрава. Слушайте, у меня есть к вам вопрос один такой. Типа, ну, такой какой-то нестандартный, так сказать. Вам сколько лет? 19. Правда? Да. Кстати, старше вы выглядите. Ну, мне тоже 19. Так с вами вроде не разговариваю. Так он сказал, кстати, к вам вопрос. Да, с вами вообще не шла речь. Кстати, знаете, вот этот сайт? Типа, прикольный. Да я руль держу лучше. Да пофиг тебе сайт, смотрите. Да я руль держу. Ну ладно, все, держу. Нет, сайт вот, не знаете? Знаю, нет. Че, серьезно? Да. Ну вам же 18-19. И че? Ну типа 18 уже, значит, исполнилось. Ну и че? Вам же есть 18? Блядь, если у меня есть 19, наверное, есть 18, нет? Ну я вот вас и спрашиваю, есть? Я, блядь, пиво не продал. В общем, вот, есть такой сайт вообще крутой. И че? Ну и вы че, реально не знаете? Ну зачем мне его знать? Рунетки.ком. И че? Знаете, что это? Ну, порнуха какая-то. Не порнуха. Зачем вы так говорите? А как надо? Это эротическая чат-рулетка, так можно сказать. Ну, мне это не интересно. Я там постоянно сижу. Ну и дрочишь, наверное. Руку, знаете, как накачал. Ну, я говорю, дрочишь. А вы со мной здоровались этой рукой. Нужно, наверное, моете. Да, думайте так. Ну, в общем, я постоянно здесь сижу, там вообще, ну, круто. Классно. Хотите, можем сейчас остановиться, я вам покажу. Нет, не хочу. Ну хотите, я вам так покажу. Я хочу домой. Вам точно на 18 есть? Нет, я хочу домой. Нет. Просто там можно сидеть, только кому 18 есть. Нет, нету. Я вам сейчас покажу. Да я не буду смотреть. Да нет, правда, что? Да мне не интересно. Давайте, ладно, вы посмотрите, а я вас бесплатно отвезу. Хотите? Что, серьезно? Да. Я, может, тоже посмотрю. Нет, вам я не предлагал. Нет, серьезно, бесплатно? Да, есть, посмотрите. Давай. Ну, по-любому, да, ну, короче, на видео. Вот, смотрите. А потом мне не придет, да, вот это сообщение, то, что не оплачено, ничего. Ой, у вас там телефон, походу, сломан. Что-то идет. Я знаю. Полоски. Я знаю. Короче... Мне потом не придет эта фигня, то, что не оплачено?
Нет, ничего не придет, я типа поездку отменю и все. Вот смотрите, здесь, короче, этот, когда заходите здесь, типа пишет, видите, заходите только если уже есть старше 18. Короче, только если 18 лет, можно заходить, продолжить, нажимаете. 19, мы не вот, смотрите, что здесь. Охереть, тут тёлки. Смотрите, что они там делают. Охренеть. Бля! Бля, еблан, дебил, дурак, нахуй. Ебать, ты он пролетал, охренеть. Ты ебанутый? Блядь. Ты чё, ебанутый? Я сам испугался, реально, ребят. Ты куда едешь нам? Налево, блядь, олень. Блядь, направо сейчас, значит. Какой, блядь, направо? Блядь, ты чё орёшь-то, осёл, блядь, ебанутый? Фух. Ебанутый. Извините, вы смывались так тоже? Вы... А, блядь. Я реально тоже испугался. Еблан, блядь. Смотрите. Да иди нахуй, блядь, убери. Не, ну серьезно, там типа пипец. Там типа, смотрите, что она делает. Ну, типа, вообще жесть. Охренеть. И вот прикиньте, такое сейчас... Как это... он там? Рунетки. Рунетки.ком. Тут вообще такая жесть. Я, короче, постоянно сижу на их сайте. То, что, короче, я даже начал футболку... Поехали, ёпта. Я даже футболку себе такую заказал. Мне похуй, поехали. Ну, давай. Типа, ну классный реально сайт. Хуй. Вы будете там сидеть? Нет. Если будете, поехали. Я вас бесплатно отвезу. Буду сидеть, все. Все, поехали тогда. А как нам тебе развернуться? Теперь можно прямо поехать, заебал. Да, ну тогда поездка, если прямо, ну, дороже по деньгам пойдет. А ты мне бесплатно не... А я обманул вас. Я не повезу. А я тебе ебальник сейчас набью тогда. Чего вы так разговариваете? Ну, потому что ты наебываешь. О, смотри, смотри, как нахуй везет. На коляске и на роликах нахуй, ебанутая. Я просто отзыв вам плохой напишу и все. Так я поездку отменю, вы не сможете. Я вашу компанию туда позвоню. Я, знаете, что думал, если вы сейчас скажете, я ваш рот ебал. Да, ебал. Ну и смех уродский вот. Может, побыстрее мне тоже ехать? Не надо. Да все, тормоз. Ты ебанутый. Ты, блядь, можешь? Да нормально ехать. Машина рядом, я люблю экстрим. Я не люблю, блядь. Да хорош! Хотите попить? Не хочу. Точно? Заочно. Как вы сказали, не хочу? Вы чё, вы чё, блядь, прикалываетесь надо мной или чё? Вы только сказали, я не хочу. Сказал, не хочу. Не хочу. Не хочу, такие говорите. Все, взлетаем. Он, блядь, какой-то... Эй, пацаны! Два, а если бы тут машина? Ну вас, вы чё? Я вас быстро довезу. Не надо! Не паритесь. Да не надо. Нет, три друга в этом повороте нахуй разложилось уже, блядь. Я не хочу здесь нахуй раскладываться, блядь. Вы можете потише ехать? Твою мать! Чего? Чего случилось-то? Что случилось? Пизду. Странный, блядь. Что он хочет сделать? Я, блядь, тороплюсь, давай быстрей. Нахуй машину трясет. Что это делает? Блядь. Э! Ты что делал? Что нахуй? Не волнуйтесь. Да не надо! А вы что так гоняете? Смотри, сзади нету? Едут? Кто едет? Едут. Кто едет? Едут. Да кто едет-то? Никого. Да прав у меня нету. Как это? Вот так нету прав у меня. Можете остановить? Придурки там, конечно, едут. Едут? Да, да, давай. Да вы можете не гнать ограду? Да у меня прав нету, я не могу. Свои проблемы сами тогда. Сейчас решим, подождите. Кого ждать-то? Нету там, блядь, ни гаишников, никого. Нет. Нету. Нету? Нету. Нету. Едут? Нет. Едут, едут. Да ты дурак, нету, блядь. Чё ты, блядь, пиздишь? Мы правильно едем? У тебя прав нету. Да нету прав. А как ты тогда ездишь? Ну вот так езжу, за руль сел и поехал. А чья машина-то? Ну, такая ситуация, что срочно деньги нужны, получается, я ее со штрафстоянки взял. Чужую? Да. Серьезно сейчас? Да. Ну мне срочно надо, мне срочно деньги нужны, типа люди меня там хотят, короче, это. Ну и как ты машину взял, если тебе деньги нужны, где логика? Я взял машину, чтобы таксовать сейчас и денег срочно заработать. А-а-а. Надеюсь, что меня сейчас, ну, никто не поймает. Я понял. Поэтому, ну, извините, что я вас обманул, что я с вас денег не возьму. Да я просто сейчас нахуй отменю поездку сам, все.
Не, ну деньги в любом случае надо заплатить там, потому что иначе полиция приедет. Какая, блядь, полиция? Да все, поехали, не останавливаюсь. Да подождите. Я сейчас выйду, короче. Да куда вы тут лес? Куда и вы чё, блядь? Да нет, пешком, да все, подождите, ловят. Ладно, поехали. Просто я хотел что-то сказать. Че, как, вас вести, может, сначала? Все, поехали, все, правда. Давай его уже отвезем, может, почти подъехать. Ну, такое ощущение, что вы вместе. Нет, это вы, походу, блядь, вместе. Питер, блядь. Давно вы вместе? Блядь, ты че, нах, ебанутый? Ну, а че вы этот, вдвоем сели в машину и думаете, я не пойму то, что вы этот, как его? Типа, ты знакомые? Ким, знакомый его, блядь, первый раз. Мне, блядь, в Красную Дубраву его какие-то Воробьевки на поле. Вы сели в этот, как его, получается, одновременно почти. Как такое может быть совпадение? Так я не знаю, заказ, может, он со мной на хоккей был, смотрел заказ, хоккей. Заказ не может на двоих упасть. Типа на два человека разделиться. Ну, а как так получилось-то? Ну, может, у вас просто машина обклеена этими наклейками? Может, он увидел, что такси пришел? У меня машина не обклеена. Ну, блядь, или что у вас там есть? У меня вообще ничего нет, у меня просто белая машина. У меня вообще ничего нет. Да я тогда не знаю. Это, может, вы, блядь, позвонили, я не знаю. Не, он таксист, он меня подвозил, я знаю же. Ну, а вот я вас тут сейчас смотрю, лицо знакомое. Как бы я вас уже, по-моему, возил, да? Где-то, не знаю, давно. А может, не ты? Не, ну, вот вас я, по-моему, довозил. Я же вас нормально довозил, не было никаких проблем. Да. У меня права еще там были. Может, человек просто вот такой проблемный? Может. Да это, может быть, вы какие-то проблемы. Куда нам тут? Налево. Входит в поворот, летит 220! Мы сейчас адекватные или нет? 400, да, наверное, и 350. 200 шагаем. Вцепитесь в торпеду. Я сейчас тебе, блядь, в голову вцеплюсь. Только самое главное, не забывайте. Угу. Пошел нахуй, ты меня наебал, блядь. Как? То, что ты сказал, блядь. Так вы меня тоже хотите обмануть. Как? Типа выйти и не заплатить, сказали. Так в любом случае тогда придется платить, если я даже отменю поездку, правильно? В каком смысле? В смысле? В прямом, ёпта. Если отменю поездку. Если я отменю поездку. Ну, мне же придется платить. Отменять с поездкой. Нет, ну и придется а платить. А у него списание, что раз. Списание подпецка? Чего, блядь, подпецка? Ну, если отписание пройдет. Ну, пройдет списание и дальше что? Списание будет, получается, с карточки же. Ну, у меня. Ну, и получается поездка-то. Не грузи меня, поехали, ёпта. Про списание самой. Да мне похуй вообще. Почему смеяться? Я говорю, вы что, вместе реально? Почему он смеется? Я что-то не так сказал, я говорю нормальные вещи. Ты списание, тут, значит, там поездка. Ну, списание и поездка, все, мне похуй. Ну. Может, попить все-таки? Зачем вы берете чужой? Это ваше, что вы делаете? Смотрите дорогу, пожалуйста. Смотрите, пацаны. Можно я другое такси вызову? Можно, выходи нахуй. Че, вылезет, допустим? Да, да, вылезет, пусть нахуй. Вылезай нахуй! Да ты дурак, вылезай, блядь, нахуй! Остановись! Да хорош ты чё? А чё вы сразу, вот я так и знал, я специально проверял, это ваш друг, вы сразу за него заступаетесь, да? Нет, потому что на ходу кто, как человек, он говорит, остановитесь и пусть выходит. Так ну, по нему видно, что это не человек. А кто это? Я твою воду пью. Каким, блядь, с водой есть, даже не поделился. Что вы делаете? Хотел попробовать, я думаю, у вас портативная. Кто? Портативная кс-кс. Я сказал. Вы сказали портативная кс-кс. Я сказал, ну, поняли, беспроводная зарядка? Я думаю, она. Смотрите, я лечу уже 33 километра в час. У вас, наверное, ладошки вспотели. Чуть понюхать. Давай побыстрее. Можно музыку включить, пожалуйста? Нет, музыка здесь не работает. Почему? Ну, типа, когда громко слушал, там лопнула резинка. Какая? Ну, было замотано презервативом, короче, вся эта система, и она лопнула. Типа, на от растяжки. С вами без такой.
Ну ладно, я шучу, просто я не знаю, как здесь работает. Чего, эта машина, это же не моя. А где кнопка включения? Здесь вообще нет, вообще кнопки какие-то дебильные. Ничего. Ну, это кондиционер, я знаю. Не, это вентилятор. Кондиционер это. Ну, вентилятор. Блядь! Эй! Ты дурак? Ёб твою мать, да, как будто кажется что-то, что как будто пробегает. Все, ты орешь ты постоянно. Все, давайте нормально. Время уже, опаздываю. Да! Ебать! Чё, приятно? Чё, что неадекватно? Приятно? Сука. Вот так же и вы, блядь. Вот приехал, вот мне до дома доехать, вот 2 метра осталось. Мне обидно стало, что вы так сказали. А кто ты есть? Ты таксист же. Я вообще-то не таксист. А кто? Токсист. Ну, мне похуй, как хочешь себя называть. Вон, поехали, доедем 2 метра, а? Смотришь. 2 метра это вот тут. Меня опять обмануть. Вот это остановка, вот это 2 метра. Вот, за остановку заезжаешь, и там поселок коттеджный, вот туда. Вы сказали 2 метра за остановку, вы что, в кустах живете? Сказал, вот туда. Ну вот там кусты вот. Ну, он бомж. Здесь живет. Как он про вас говорит, что вы бомж? Ну, он просто по себе людей судит и все. Я на такси езжу. А я тебе что, блядь, на пешком иду, что ли? Поехали? Мы, может, поедем? Да, мы едем. Ну, поехали. Ты звук какой-то, слышите? Что за знак горит? Восклицательный. Хуёво машина-то. Мы поедем сегодня или нет? Да, сейчас мне надо капот открыть. Ладно, я пошёл. Да ладно, ладно, все, поехали. Ну, поехали. Я опаздываю. Ну все. Нам вообще получается... Ты, бля, либо дурак, да не... либо как-то, блядь... Да я боюсь сейчас нахуй ехать, потому что... Почему? Не знаю, восклицательный знак вылез. Ну все, давай. Вот, а смотрите, оно получается, если мы вот так сейчас поедем, типа, вот там нам потом направо уйти, туда поехать. Нет, вот здесь нам надо направо. Ну я говорю здесь. Ну да. Типа вон там, это я сказал, типа вот здесь. Ну поехали, да. И дальше мы проезжаем, получается, вон да, там. Да. Типа сейчас остановку не вижу, а дальше вот куда? Там съезд вот. После большого знака. Просто надо сразу в голове еще понимать, куда ехать. Больше, блядь, больше. Короче, блядь, после знака нахуй. Вон того, который съезд. Большого, да, большого. Блядь. Да все, я вижу просто маленький только знак. Ну поехали, увидишь большой, блядь. А, большой, типа вон тот, вывеска? Да. Там типа направо. Налево. Угу. После большого знака. Я, блядь, сейчас выйду и, блядь, пизды вам дам двоим нахуй. Почему двоим? Почему двоим-то? Это он тебя везет. Че, я вообще везу, я вообще никого не хотел везти. Да кто нас то взял? Меня он обязан был взять. Потому что он, да, блядь, заказ. Заходите, я, короче, ладно, реально не буду с вас денег брать. Почему? Ну ладно, хотите, возьму. Нет, а почему? Куда, здесь налево? Да. Может, просто меня лучше денег не брать. Это просто на самом деле пранк был. Че, серьезно? Розыгрыш просто был. Мы знакомые. Типа его я знаю. Только тихо. Это реально просто была шутка. Да тихо, реально. Успокойся, реально просто шутка была. Пранк. Блять, я думаю, что ты орешь, блядь? Я думал, ты вообще с головы нахуй, у тебя не это. Все нормально. И где это будет? На ютубе. Типа, короче, свой канал есть на ютубе, и туда выкладываем вот здесь куда, направо, налево? Сюда, направо. Выкладываем вот такие вот пранки. Вот это деревянный. Ты не против, если мы это выложим? Да не, а вы это как вам? Скажи, как вот канал? Здесь? Да, да. Да тут не заезжаю вот так вот. Канал Микс ТВ называется. Ты можешь просто в ютубе бить неадекватный таксист. Типа, в общем, так, типа, нормальные парни, то есть просто все было в качестве розыгрыша. Ты ебанутый, вот первый раз ты заорал, я вообще испугался. Я сейчас, когда ты заорал, я испугался. Потому что у меня, я смотрю, ты, я думаю, орешь нахуй, я думаю, о, ебанутый, надо его тоже, блядь. Ну, ты, кстати, себя я в таких моментах его как будто, ну, ты подозревал, нет? Ну, блядь, было такое то, что, блядь, вот этот вот напрягал сзади, нахуй, я думаю, кто такой, блядь, вообще? Нет, ты когда заорал, типа, ну, ты в тот момент еще ни о чем прям 100% не догадывался. Ну, я, блядь, сначала, блядь, когда ты первый раз заорал, я думаю, блядь, ебанутый, что ли. Второй раз я думаю, блядь, что орет. А я, блядь, смотрю вот сюда, магнитолу.
На магнитолу смотрю, и ты орешь, блядь. А я испугался, что спереди. Я думал, о, блядь, подъебал меня. Вот самое этот, то, что херовое, то, что в комментариях могут писать, типа, постанова, постанова. На самом деле, мы реального человека взяли. Вот, кстати, камера. Типа, ну, вообще, ну, ты как не обращал на нее внимания? Да я, блядь, на магнитолу смотрю. Почему музыки? Я не нахожу магнитолу. Как она вообще включается-то? Ну, вообще, вот так. Типа, вот здесь а, у тебя такой... выдвигается, что? Да. Бля, прикольно. Поэтому, типа, ну так и не палится ни камера, ничего. В общем, спасибо тебе огромное за твою реакцию. Да, спасибо. Я еще ничего, не в обиде, все нормально. Да нет. Все, денег, конечно, не надо, ничего не надо. Все, спасибо тебе большое. Если хочешь, как этот, видос выложу, я тебе могу на номер телефона скинуть ссылку. Ну, ты даже есть. Да. Все, спасибо, пацан. Все, давай, тебе тоже спасибо. Удачи, всего хорошего. Нормально вроде. Вроде, да, круто. Че, парень пиздец. Хорошо пизды не получил. Че, в общем, ребят, получился такой видос. Ставьте к нему лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, кому есть 18+. Всем пока!